Президент Татарстана поздравил ветеранов госслужбы республики с Днем пожилого человека. Вы по-прежнему вместе с нами, и мы продолжаем ваши успехи, ваши начинания, отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников торжества. Он поблагодарил их за плодотворную работу в прошлом и активную жизненную позицию в настоящее время. Труды некоторых отметили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, наградили председателя Всемирного конгресса татар Нурию Гараеву и благодарностью президента Республики Татарстан ветерана труда Лялю Мухаммедшину.